Всем привет! Сегодня готовлю сметанный пирог. Вы со мной? В муку добавляем ванильный сахар, сахар. Перемешиваем. Высыпаем на коврик. Добавляем соль и сливочное масло. Перемешиваем. Добавляем сметану и желтки. Помешиваем тесто. Разделяем тесто на две ровные части, кладем в пакет и убираем в морозильник на 1 час. Форму застилаем пергаментной бумагой. И часть теста натираем на крупной терке. Распределяем по форме. Отправляем в разогретую духовку выпекаться на 10 минут. Температура 190 градусов. Достаем, даем остыть. Пока остывает, готовим начинку. В сметану добавляем крахмал, ванильный сахар и половину сахара. Все это хорошо перемешиваем. Убираем в сторону. К белкам добавляем вторую часть сахара и взбиваем миксером до его растворения. Белки добавляем к сметане и аккуратно перемешиваем.
Начинка готова. Выливаем на корж. Равняем и сверху выкладываем ягоды. Достаем вторую часть теста и натираем на терке. Отправляем в разогретую духовку выпекаться на 50 минут. Температура 160 градусов. После выпекания приоткрыть дверцу духовки и оставить пирог на 30 минут. Достаем из духовки, даем остыть, накрываем пищевой пленкой, убираем в холодильник минимум на 3 часа, а лучше на ночь. Достаем из формы и сверху засыпаем сахарной пудрой. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Надеюсь, вам понравилось. Желаю всем приятного аппетита и до новых встреч!